Добрый день. Хочу сейчас снять видео о полезной, но ненужной вещи. Вот фонарик. Недавно выменял у товарища, ну там какой-то, неважно, что на что, вот он светит. Но он на четырех таких батарейках, пуговках. Что еще? Чем он хорош? Кнопочка, вот она, что, как сказать, ну такая вот, которую не надо постоянно держать. Вот здесь вот для колечка, можно вот его на ключи повесить. Вроде вещь отличная, маленький, вот с палец размером, удобный. Но, вот с другой стороны, зачем он нужен? Четыре эти батарейки кончаются быстро. То есть это для каких-то таких вот, ну, на ключи повешать и все. Опять же, вот это вот раз он нажалось в кармане и светит он у вас, вы ходите. А если вы в рюкзаке, то и целый день можете ходить. И вы приходите вечером открывать дверь, подсветить, и неудобно. Если он на ключах, вообще светить неудобно, когда на ключах и попасть в замочную скважину. То есть он должен быть где-то отдельно. Вот. Ну, вроде как маленький, хорошенький, удобно, чем что его там в зубы взял подсветить. Но вот берем обычный полис, китайский, на пальчиковые батарейки. Там сейчас пальчиковая батарейка убитая стоит, поэтому светит он сейчас, ну, не ярко, но светит он однозначно ярче с хорошей батарейкой. Вот этот светит, по-моему, ярче, чем вот этот с хорошим батарейкой. Здесь тоже стоят какие-то уже убитые. По размерам, как мы видим, вот он чуть-чуть больше этот, да, чуть-чуть шире, чуть-чуть выше. Но опять же, место, ну, не критично он больше. Но пальчиковая батарейка, это удобней, это на дольше хватает, дешевле обходится. Кнопка сзади, что вот ее нажать, надо надавить специально, вот. То есть, довольно тугая, надежная, то есть, он не включится. Вот. Что также вот есть веревочка какая-то, вот это. И получается, что вещь-то вроде и хорошая, и интересная, но вот для чего она, куда она? В поход брать как запасной по массе, вот он, вот это, по-моему, даже как-то здесь, видимо, железо использовано или что. Ну, не, вот это как-то даже, ну не легче, но не намного тяжелее. Сейчас не взял весы, поэтому не буду взвешивать, ну просто поверьте на слово, что весит этот чуть-чуть легче, вот, по ощущениям. Вот, поэтому такие вот, очень много вот я вот замечал таких вот вещей продается у людей, хороших, полезных, но ненужных. Вот она вот вещь по большому счету ненужная. То есть, и покупать такие вот батарейки как-то, ну, просто невыгодно. Выгоднее купить еще один вот такой фонарик китайский. И выторговать их можно довольно недорого. Все дешево, надежно, то же самое. Вот. Вот об этом я хотел немножко так вот рассказать, просто сделать типа обзор этого фонарика. Ну и вот о том, что много вещей вот таких вот создано, полезных, но ненужных. Спасибо за внимание, всего доброго, удачных походов и так далее.